Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана, как вы видите, на заднем фоне с компьютерной техникой. А более конкретно пришел коврик для мыши с RGB подсветкой, который сейчас мы распакуем, посмотрим, что из себя он представляет. Да, там принт на нем аналогичный ноутбуку, который лежит справа, MSI, и при этом присутствует RGB подсветка. Все это шло в течение месяца, там плюс-минус 2-3 дня. Сейчас это стандартная доставка. Ну и по результатам доставки доставляла не Почта России. Как видим, коробка в таком вот виде, без лишней упаковки типа пластиковой снаружи, дошла нормально. Вон видно часть оторвана, это оторван соответствующий стикер, на котором был адрес отправления и адрес доставки. Ну и давайте смотреть, что пришло внутри, что там находится, какой коврик для мыши. Хотя я знаю, потому что приобреталось все это со знанием дела. Возвращай часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Кэшбэк – реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту, мобильный или электронный кошелек. Letyshops. Верни свое. Итак, что из себя представляет упаковка? Вот она в таком виде пришла. Здесь мы еще сделали проклейку скотчем. Ну, как видите, относительно коробка живая. Так, ну и давайте скрывать. Коробки у нас больше ничего нету. Вот есть у нас кабель. Кабель у нас микро-USB, старый, не Type-C. И USB-A, стандартный кабель. Длиной он где-то около 1,80 м. Поэтому всем хватит для того, чтобы запитать ваш коврик. Запитывается он от USB разъема, если это у вас компьютер, либо ноутбук. И также может запитываться от стандартной зарядки от смартфона. Вот такой кабель. Давайте я вам продемонстрирую длину. Ну вот так он где-то вот. Около 40-45 сантиметров, 50. Ну и получается где-то около 1,80-1,90 м. Длина этого кабеля. Поэтому сможете все запитать. И внутри находится вот такой коврик. Здесь вот стандартная резина, как мы видим. Вот здесь написано характеристики, которые требуются для питания данного коврика для мыши. Кстати, бывают они разного размера. Мой 30 на 70 сантиметров. Еще раз повторяю, бывает разного размера. Бывают и рисунки разные. Требуется питание это 5 вольт и 100 миллиампер, ну либо 0,1 ампера, если переводить. Так, и вот такой вот у нас здесь принт. Ну так скажу, что принт сделан не на отлично, но на твердую хорошо. И давайте подключим, посмотрим, какими свойствами он обладает. Ну и посмотрим еще, как на нем движутся мышки, как оптическая, так и лазерная. Кстати, внимательно смотрите, иногда переключение между режимами находится не сверху, как у меня сейчас, слева, а часто бывает сбоку, слева и сверху. Мой вариант необходим для того, чтобы установить на стол, ну и тем самым, чтобы этот переключатель не был виден и также не мешал основным действия. Давайте посмотрим режимы. Существуют как одиночные режимы цвета RGB. Сейчас мы наблюдаем данную картину. Белый цвет даже есть. И есть режимы как бы переливания радугой. Демонстрируется. И режим отключения. Вот такой вот коврик на тему MSI. Есть другие варианты, кому какой нравится, принт бывает другой и так далее. Вот в чем заключается коврик для мышки, который здесь я вам продемонстрировал.
Итак, я вам продемонстрировал RGB коврик размером 30 на 70. Размеры вы выбираете сами с принтом MSI. Принт тоже выбираете сами. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.